Группа «Бинго Паприка» рада видеть вас сегодня в клубе Алексея Козлова. Мы хотим пригласить вас на танец. Сейчас самое время действовать. Следующая песня называется «Время действовать».
сейчас мы сыграем песню, которая называется своими свойствами, такими как комбо, смут и джаз. Комбо, смут, джаз. Следующая песня. Thank you.
сейчас мы сыграем новую песню, которая, надеюсь, нас покажет с новой стороны, потому что такую медленную музыку мы еще не играли никогда. Следующая песня называется «Хорал». Soft Ballad Choral. Так в нотах написано. Не спрашивайте, почему я так написал. Я обычно называю песни таким образом, чтобы потом их можно было отличить от других. От других песен или от песен других исполнителей? Просто от других песен. Или чтобы наши песни от других исполнителей? Просто от других. Сейчас мы сыграем медленный хорал. Действительно хорал. Расслабляющий звук.
сейчас мы сыграем композицию, которая называется Downtown Shuffle. То есть шаффл в центре города. Внизу города. Thank you.
сейчас мы хотим сделать небольшой перерыв. Thank you.
Григорий Добрановский у нас играет на сузофоне. А на кларнете Ямаха у нас играет Антон Кончаков. На кларнете и бас-кларнете. Особо редко встречающимся. Алексей Минеев играет на тенор-саксофоне. Петр Рихтер играет на альт-саксофоне. Юрий Николаевич Демидов играет на трубе и на флюгельгорне. Слава Шиковцов с нами играет на басу. Виктор Кукормин на барабанах. На тромбоне Григорий Добрановский. И Владислав Мурель. Сейчас мы сыграли новую песню, которая называлась «Слишком радостная для блюза». А следующее мы тоже сыграем новую песню, которая называется «Расслабленные 6/8». У нас давно не было песен на 6/8, и расслабленных тоже давно не было. И это как раз хорошо соответствует тому, что сейчас весна. Романтические настроения. Расслабленные 6/8.
серию романтических песен мы сыграем Romantic Groove. Thank you.
Спасибо. А следующая песня будет в диаметрально противоположном настроении. Она называется «Some Cool». Три. Вступает тяжелая артиллерия.
Кормин, барабаны. Слава Шестаков. Слава Шиховцов, бас-гитара. Сегодня он играл с нами в первый раз. Григорий Добротовский, тромбон и саксофон. Алексей Минеев, тенор-саксофон. Антон Кричаков, кларнет и бас-кларнет. Петр Риттер, альт-саксофон. Юрий Демидов, труба и флюгельгорн. Я, Владислав Дубровин. Сейчас мы сыграем последнюю песню, которая называется «Херби Хэнкокс Ликс». Фишки Херби Хэнкока. Thank you.
Сыграла группа «Пинка-паприка». Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и приходите на наши концерты. Расскажите вашим друзьям. Будем рады видеть вас снова. Также хотим сказать еще такую вещь, что Paywall Event еще открыт. И если вы хотите нас поддержать, вы можете это сделать на выходе также. И присылайте ваши почтовые ящики на наш сайт, на наш адрес bingopaprika.yandex.ru, чтобы мы могли вас держать в курсе событий. А если, уважаемые дамы и господа, вы не хотите нас поддержать по системе Pay What You Want, плати сколько хочешь, то тогда поддержите нас, пожалуйста, вашими аплодисментами, потому что аплодисменты — это пища для артиста. Но если вы не забудете про волшебную гитару на входе, то мы тоже будем очень признательны.